Я ценю твою помощь, Адам, но время у нас на исходе. Нужно найти Уайта, пока он ничего не взорвал. Я еще вернусь. Пожалуйста, только не убивайте! Не трогайте меня! Здесь!
Конец ваш близкого дела! Access granted. Access granted. Здесь творится что-то странное. Пытается нас выследить, поэтому нам приходится создавать скрытый хост для каждого нового потока и сразу прикрывать его по завершении звонка. И вот мы с моим технарем Стивом сидим в этом тесном жарком фургончике, бешено переключая все эти цифровые фиговины только для того, чтобы вы слушали нас по спутнику. Но я не жалуюсь, потому что понимаю, что такое жить в рабском государстве. Нас и дальше будут пытаться прикрыть, но я не сдамся, пока не начнется полномасштаб. Небольшой
музыкального перерыва мы обсуждали кое-какое серьезное дерьмо. Я хочу напомнить тем, что... Я ценю твою помощь, Адам. Но время у нас... Все в порядке. Я оставил Уайта без сознания в коллекторе под участком. Слава богу. Босс наконец-то ко мне прислушался и выслал еще людей. Дальше мы сами разберемся. Прекрасно. Что-нибудь еще? Да. Как мы договаривались, вот твоя награда. Я еще немного подкинул за то, что ты его живым взял. Приятно знать, что ты все еще хороший парень, Дженсен. Слово, Ники. У него там была даже не взрывчатка. Это была газовая бомба. Я ее отключил, но тебе надо бы вызвать отряд техников, чтобы они все зачистили, как положено. Черт! Я совсем забыл! Немедленно вызову саперов. Не хватало нам еще новых жертв. Слушай, я так рад, что на тебя наткнулся. Надо будет тебе как-нибудь пивом проставиться у Мэгги. Если я с тобой буду часто тусить, может, и ко мне прилипнет слава великого Дженсена. Да, как-нибудь. Береги себя, Ники. Нора 92 вызывает центр. Центр, прием. Нора 92, это центр, прием. Я тут код 10 сообщал. Это газовый заряд на самом деле. Нужна команда саперов для зачистки. Группа быстрого реагирования пусть не суется, нужно оцепить весь квартал. Прием. Принято, Нора 92, спасибо за информацию. Ждите новых указаний, конец связи. Скоро у... Thank you.
сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального видеоролика, на улицы многих городов вышли разные... Восстановление системы безопасности. До новых встреч. В этот раз мяч точно на половине ООН. Прямой эфир вела Элиза. Точно дверь закрыл? Да, да. Конечно, закрыл. Ты меня за идиота, что ли, держишь? Я что-то должен на это ответить? Мне это не нравится. Знаешь, я тебя найду! Закончим с этим! Покажи! Ты же знаешь, я тебя найду! От тебя несет страхом, сопляк! Продолжай прятаться, гнида!
Причард, похоже, у Сэндовала есть секретный бункер. Попробуй его оттуда выковырять. Будем надеяться, он еще там. Почему нас отправляют в самую глубокую дыру? Ага, ну кто сюда придет? Я думаю, они боятся, что кто-нибудь попытается подсунуть Доку бомбу в шкафчик. Я бы больше волновался за содержимое головы Дока, а не его шкафчика. Твою мать! Нужна помощь! Сэндовал не вернется через пару минут, я пойду туда сам. Лучше не надо. Они и так на грани. Кто знает, что он может устроить. Лишний повод пойти и поговорить с ним. Я бы к нему не стал заходить. А то он шуганет и начнет палить во все стороны. Пусть сам свою хренотень разгребает. Thank you.
Access granted. Поэтому я настоятельно прошу каждого моего сотрудника, каждого мужчину, каждую женщину, каждого, кому близки идеалы фронта человечества, поступить так же. Исайя, если вы меня слышите, умоляю вас, не дайте своему гневу уничтожить все, чего мы с таким трудом достигли. Все кончено. Он знает, мне некуда деваться. Все знают, Сэндовал. Вам не скрыться от того, что вы сделали. Что я сделал, мистер Дженсен? Я не один год латал людей после ошибок при модификации. С отторжением органов. А теперь Билл меня предал. И мне никогда не вернуться к медицине. Если хотите кому-то помочь, расскажите, где ученые шарифа. Был бы рад помочь, но мое участие в этом деле закончилось после того, как мне не удалось удалить датчики позиционирования. Не удалось? Моих хирургических талантов оказалось недостаточно, чтобы обойти страховку Дэвида Шарифа. Думаю, эти маленькие импланты до сих пор что-то передают на той низкой частоте, на которой никому в голову не придет их искать. Значит, ты сменил частоту? Мистер Дженсен, вы получили свои ответы, а я потерял свои. Против меня, возможно, будут выдвинуты серьезные обвинения, но меня волнует лишь высший суд. Ничего, если я возьму с собой ствол. Вы получили то, зачем пришли. Пожалуйста, уходите. Можете не верить, но я не хочу, чтобы вы покончили с собой. Потому что не представляете, какие я пережил муки. Вина. Стыд. Мне сказали, что ученые нужны, чтобы найти мирное решение проблемы имплантов. А вместо этого я стал убийцей и похитителем. Моя жизнь закончилась в ту ночь. Мне пора уходить. Подумайте, стоит ли так торопиться на заседание страшного суда? По крайней мере, там не будет лжи. Вы видели эту кошмарную пресс-конференцию? Уильям Таггарт чуть не обвинил меня в терроризме. Он заявил, что все насилие, совершенное во имя нашего дела, результат моего влияния. Так задержитесь на этом свете и расскажите, что вы об этом думаете. Он и так знает, что это неправда. Я верил ему. Годами я служил верой и правдой, а он меня предал. Ради своей организации он пожертвовал моей репутацией, моей свободой. С ним невозможно бороться. Он снова сделает то же самое. По крайней мере, после смерти меня нельзя будет использовать. Таков ваш план? Лечь и умереть, чтобы вас больше не трогали? Ерунда. Вы должны противостоять происходящему. Грань между мучеником и жертвой очень тонка, Сэндовал. Но вы не станете ни тем, ни другим, если нажмете на курок. Вы любитель хвататься за соломинки, мистер Дженсен. Но это скорее достоинство. Может, я и вправду слишком легко сдаюсь. С самого начала я знал, что цель моей жизни – помогать людям. Но я потерпел поражение, как врач. Ведь когда ко мне попадают пациенты с имплантами, уже поздно пытаться что-то сделать. Я стал бойцом фронта человечества. Но это ничего не изменило. Глупо было считать, что от этого будет больше толку, чем от других моих действий. Это шутка, верно? Вы можете сделать все, что захотите. Вы стали доктором наук. Вы стали правой рукой самого влиятельного человека в стране. И вы продолжаете подстегивать себя. Да вы достигли больше, чем масса так называемых успешных людей.
Спасибо, мистер Дженсен. Я никогда об этом не думал. С момента похищения я не перестаю думать о том, что тоже в ответе за гибель невинных людей. Это отвратительно. Постыдно быть убийцей. С этим знанием я не могу даже посмотреть в глаза жене. Я все разрушил. У всех бывают трудности, Сэндовал. Всем приходится исправлять свои ошибки. Вам, мне, даже Таггарту. Ваша жена поймет вас. Так же, как и вся ваша семья. Они предпочтут знать, что вы живы и раскаиваетесь, а не опозорены и мертвы. Неважно, что будет дальше. Они не бросят вас. Мне бы ваша уверенность, мистер Дженсен. Но вы правы. Ради своей семьи я не должен опускать руки. Возьмите оружие. Мне оно не понадобится. Ричард, как тебе такое? Датчики все еще работают. Сэндовал перевел их на более низкие частоты. Но они могут передавать координаты в любой точке мира. У меня нет техники, чтобы их отследить. Других следов у нас нет, Ричард. Постарайся что-нибудь придумать. Я знаю. Слушай, вход с улицы все еще заблокирован. Возвращайся к себе в квартиру, Малик тебя подберет. Возможно, я что-нибудь соображу к твоему прибытию. Там нет ничего, кроме порядка, прогресса и моральной ответственности. Похоже, в этот раз мяч точно на половине ООН. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального видеоролика, на улицы многих городов вышли разгневанные демонстранты. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро у дверей таких биотехнологических компаний, как Кусанаги, Исалин и Шариф Индустрис, происходит жестокие столкновения. В видеоролике, послужившем причиной демонстрации, ученые проводили... Access granted. Хотя нет, беру назад свои слова, канадцы.